белый снег на землю ляжет и грехи мои замажет. Снова чисто, снова ново, и душа запеть готова. Про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, все, что в небо увлекает и с Творцом соединяет. 5 января – День Феодула, день памяти святых 10 мучеников критских. Когда мучеников повели на казнь, то по дороге они стали спорить, кому первому идти под меч и раньше принять мученический венец за Христа. Спор прекратил Феодул, сказал, первым будет тот, кто последний подставит голову под меч. Видя перед собой усекновение друзей своих, он не убоится, не проявит никакой скорби, не изменится даже в лице. Тот и явится славнейшим подвижником и победителем. Сегодня в народе отмечается день Феодула Зимнего. Полагалось читать Священное Писание и молиться Богородице. Сегодня можно и нужно работать, чтобы завершить все дела к Рождеству. Однако старались не работать с острыми предметами – вилами, топорами, ножами. Считалось, если человек поранится сегодня, то весь год будет тяжело болеть. Даже в наши дни знающие люди по этой причине опасаются хирургического вмешательства в этот день. Стараются переносить операцию на другое время. Также в этот день почитают память святого православной церкви Нифонта Кипрского. Его народ считал защитником от разного рода нечисти и злых сил. А опасаться было от чего? Оказывается, в день Феодула ворожей и колдуны наводят порчу на людей и домашний скот. Для этого проводились различные обряды защиты. Пекли сегодня пряники в форме коров, овец, петушков. Заворачивали выпечку в чистую материю и клали до Рождества в укромное место. Приметы. По этому дню предсказывали погоду в ноябре месяце. Если сегодня идет снег с сильным ветром, значит месяц июль будет дождливым и сырым. Говорили, пришел Феодул и ветер надул, мол, это к хорошему урожаю. Сегодня нельзя подшивать подол, иначе проживешь меньше положенного. Снегопад в безветренную погоду к хорошему урожаю. Если кошка сегодня ищет теплое место, жди затяжных морозов. Если куры ведут себя беспокойно, это к метели. Если лошадь храпит, это тоже к метели. Вот яблочки. 4 вида яблочек. Какие из них наиболее полезны, сейчас мы определим. Помимо того, что мы их... О, ароматное. Какой-то аромат, но такой не свежий. Тонкий аромат, но так, не такой сильный, как у этого яблока. И очень слабый аромат, я его практически не ощущаю, у этого яблочка. Итак, теперь мы посмотрим, сколько в этих яблоках биологически активного железа. Для этого мы просто-напросто сделаем срез. Срез ножом, металлическим. Из всех яблок, вот это яблоко начинает ржаветь, скажем так, быстрее всего. И, кстати, она пахнет лучше всех. Значит, именно в этом яблоке больше всего биологически активных веществ. Для сравнения, еще разок, сейчас немножечко подождем. И потом я еще разок срежу, чтобы показать. Вы видите, что вот они побурели. Насколько они побурели? Отрезаем аккуратненько и сравниваем. Раз. Вот так вот мы отрезали. Сравниваем. Практически ничего не изменилось. И здесь, и здесь. И здесь беленько, и здесь беленько. Значит, в этих яблоках мало биологически активных веществ. Берем другое яблочко, зеленое. И также мы с вами делаем надрез. Так. Что касается сока, то это яблочко намного сочнее. О!
А вот это яблочко, сразу видно большая разница. Видите, белое, а здесь побурело. Здесь гораздо больше биологически активного железа, нежели в том яблоке. Вот это яблоко наиболее полезно с этой точки зрения. Так, теперь смотрим желтенькое яблочко. Также мы делаем разрез и смотрим, что у нас получается. Практически и эта сторона у нас мало чем отличается. Но здесь чуть-чуть. Значит, это яблочко против зелененького намного слабее. И теперь берем то, что наиболее было ароматное, и посмотрим, а каково оно. Отрезаем и смотрим. Да, аромат здесь хороший, но что касается биологически активных веществ, полезных для нашего организма, то их здесь мало. Как видите, разница небольшая. Еще разок показываю разницу. В зеленом яблоке, видите? Здесь побурело и здесь беленькое. Вот оно, самое полезное яблоко для лечения, оздоровления и повседневного употребления. Его можно есть. Поэтому это не червяк является. Не выберет, да, плохое? Да, оказывается, червяки в первую очередь, они все это дело исключают, чтобы не было никакой химии. Они едят экологически чистые продукты. Какие умные червяки. Есть особый день в году. Наступает темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Он удачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет. Это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Вот что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет. Это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Эй, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Вот что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет. Это Новый год. Эй! Бам-б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 ам-